Приветствую зрителей своего канала! Сегодняшнее наше видео посвящено такому атрибуту Рождества, как рождественская открытка. Рождественская открытка по-английски, соответственно, называется Christmas card. Christmas card. И сегодня мы постараемся выяснить, когда и при каких обстоятельствах она возникла. Первую рождественскую открытку заказал в 1843 году чиновник сэр Генри Коул. Он понял, что ему самому тяжело изготовить открытки, поздравительные письма многочисленным друзьям и родственникам. Поэтому он обратился к художнику, к Джону Хорсли с подобной просьбой. И Хорсли нарисовал несколько поздравительных карточек семейства Коула за праздничным столом. И вскоре эта идея стала очень популярной, и подобные открытки стали печататься тысячными тиражами. Ну вот, теперь вы немножко знаете о истории возникновения рождественской открытки Christmas card. И сейчас мы с вами обратимся к мешочку номер 5 и почитаем наше сегодняшнее высказывание, посвященное Рождеству. Оно звучит так. I like to compare the holiday season with the way a child listens to a favorite story. И сейчас мы это проанализируем и переведем. I like, то есть мне нравится, to compare, сравнивать, the holiday season, праздничный сезон, сезон праздников, with the way, с тем путем, с тем способом, a child listens, как ребенок слушает, to a favorite story, а любимую историю. То есть мне нравится сравнивать сезон праздников с тем, как ребенок слушает любимую историю. Ну вот такая у нас была сегодня фраза, посвященная Рождеству. Я надеюсь, что она вам понравилась. Ну и теперь вы, возможно, тоже захотите подписать такую подобную рождественскую открытку и, возможно, тоже захотите ее подарить, отправить своим друзьям или родственникам. До новых встреч, друзья!